Дорогие коллеги, я вас от чистого сердца, ну от себя лично, конечно же, от всего коллектива, который сейчас работает, поздравляю с этим праздником, 45-летием. Знаете, с детского сада начинается наш путь, наверное, в этот сложный и большой мир. И хорошо, что в этом детском саду всегда были, есть и будут сотрудники, которые умели поддержать маленького человека в этом нелегком пути. Я вам желаю, конечно же, здоровья и благополучия, а детскому саду развиваться и становиться лучше. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех, кто сегодня пришел к нам на наш праздничный юбилей. Нам сегодня 45. С юбилеем, родной детский сад! Thank you.
рождением мы тебя ждем список радости, добра желаем для тебя, для ребят. Как на этот день рождения принесли мы поздравления, вот такой вышины, вот такой межины, вот такой ужины, вот такой ширины. Детский сад, а ну давай, поздравления принимай. Вершины мастерства не срывают их, а бережно передают другие заботливые руки. А выросло за 45 лет в нашем детском саду более 10 тысяч детей. Есть веселый край на свете, счастлив тот, кто там живет. Там стихает в окнах ветер, чудо будущего ждет. Там веселые ребята, скуки вход туда закрыт. От рассвета до заката там веселый смех звенит.
Севастополь, ты как вольная птица. Севастополь, мы привыкли тобою гордиться. Надежный, как камень, гранит. Герой Севастополь стоит. Веками окутанный славой, покой черноморский хранит. Историю славных побед, умноженных сотнями лет, храним мы в сердцах навсегда, ее не забыть никогда. Волна за мною в каждом прибое.
Пожелаем жить 100 лет и не тужить, с ярким солнышком дружить. Пусть подарит вам природа щедрость русского народа. Если вдруг вам загрустится, пусть вам детский сон приснится. И конфеты, и печенье, да и наше угощение. Спасибо. Так, на общую фотографию все.
Давайте. Мы желаем счастья.